Ярослава, где ты? Всем привет! Привет-привет! А что мы сегодня будем делать с тобой? Закрашивать домик. Будем раскрашивать последнюю часть нашего домика. Мы долго думали, что на ней нарисовать, и решили нарисовать любимую фею Динь-Динь Ярославы. И еще домик, в котором она будет жить. Да. Давай покажем ребятам, как мы украсили полностью наш точно. Домик. Она через дверь будет залетать в нее. Конечно. Это наша лицевая сторона нашего домика. На ней мы наклеили много-много Hello Kitty, бабочек. Нарисовали дерево. С этой стороны мы нарисовали буквы, тоже наклеили Hello Kitty, нарисовали цветочек, бабочку. Окошко разукрасили. Ярослава, открой нам окошко. Ярослава, где ты? Ку-ку. Ку-ку. Вот такое красивое Ярослава окошко со шторочками. Ну сиди теперь, я буду тебя крутить в домике. Ты выглядывай теперь с другой стороны. А с этой стороны мы нарисовали красивую русалку Ариэль, которая сидит на камне у моря. И сверху написали Дисней. Также мы на крышу наклеили бабочки, раскрасили немного трубу. И осталось нам сделать последнюю часть нашего домика. Это фею Динь-Динь раскрасить. Тук-тук, выходи, Ярослава. Будем с тобой раскрашивать фею. Бери кисточку, краски и начнем красить. А расскажи, какое платье у феи Динь-Динь? Каким цветом? Зеленым. Зеленым. А ее тапочки? Ее тапочки тоже зеленым. А бабочки ничем не надо красить. Только белым надо красить. А волос каким цветом? А волос... Желтым, да? Да, желтым. А крылышки голубеньким? Да. Открываем наши краски и будем красить. Зеленый нам нужен. Оп. Так, какой там нам цвет еще нужен? Голубой, да? Давай синий, голубой. Только, надо сначала обмочить кисточку. Начнем мы с платья. Правильно? Да. Значит, оно будет у нас зеленым. Какой же зеленый? Вот этот. Фильм про фею Динь-Динь? Да. Я обожаю Динь-Динь. Ребята, а вы любите смотреть мультфильм? А больше всего я обожаю фею воды. Фею воды? А как ее зовут, помнишь? Нет. Ребята, а вы напишите нам в комментариях, какая ваша любимая фея. Как ее зовут? Ярослава, а как рождаются феи? Первый смех ребенка, и тогда рождаются феи. Понятно, очень интересно. Ну давай, Ярославочка, тогда докрашивай полностью фею, и я тебе сейчас помогу. А потом покажем ребятам, что у нас получится. А да. Раскрасили домик. Посмотрите, какой у нас он красиво получился. С бабочкой. Какая красивая фея Динь-Динь. С голубыми крылышками. Ярослава очень старалась ее рисовать. И бабочка зеленая, да, на домике. Я пока зайду в домик. Заходи пока. Или покажу вам, что я там понаклеивала. В
домике? Покажешь, конечно. Давай тогда мы его развернем и постелим в домике тебе пледик. И ты будешь там играть, да? Я могу показать, это сюрприз. Давай постелим пледик, а потом ты нам все покажешь. Пока закрою дверь. Хорошо, закрою. Ну что там, Ярослава, можно уже войти к тебе в гости? Да. Ну, приглашай нас. Ой, как здесь у тебя хорошо. Только смотрите. Красиво. Смотрите, сначала посмотрите. Давай. Здесь написано welcome. Добро пожаловать. Проходите. Спасибо. Заходите. Все заходим, заходим. Ой, сколько у тебя здесь много малышей. А что они тут уже лампочка, спят? Тут лампочка, есть, а это стульчик. Hello Kitty сидит на стульчике, да? Это же лампочка, а это стульчик. И лампочка. Угу. А видим. Вот это, на котором мы встречаем. А вот это классно. Тут сегодня будет дискотека, говорят. Будут выдавать еду сегодня сюда. Еду будут выдавать на дискотеке? Да. И тоже танцуют. Какой классный домик. Можно и стоять в нем. И крыша на голову не давит. Высокий такой, танцевать. Мамочка, welcome. Можешь пожаловать. Ладно. А что вы будете делать с малышами в домике? Спать. Ложиться спать? Да. А еще не рано? Рано. Посмотрите, ночь. Так рано или поздно? Рано. А поздно, поздно. Ну, если поздно, тогда ложитесь спать. Спокойной ночи. Ложись, а я закрою дверь. Ой, Ярослава, а ребятам забыли сказать пока. Очень. Всем пока, подписывайтесь на канал и палец вверх. И смотрите мое новое видео. Пока-пока.